есть у меня один самый любимый композитор. It's like, you know, eating a diet of one food. Я стараюсь играть как можно больше разной музыки. Собственно, кто мы такие по сравнению с великими композиторами, чью музыку мы исполняем? Весь прелюд играется, не снимая с клавиатуры руки. I mean, you know, to for memorizing, especially for doing contemporary music. Настоящий музыкант отдыхает не от музыки, а для музыки. Надеюсь, что мне всей жизни хватит для того, чтобы сыграть все то, что хочу, и так, как хочу. You know, and so, but there's blues in Mozart. Yes. There's blues in Shostakovich. Absolutely. Достичь идеального исполнения — это иллюзия, но в этом и прелесть. Скажите, у всех советских так звучит рояль? Я на ходу ему ответила: конечно. Be who you are, and believe me, the audience will follow you.